Жители Крыма и Севастополя уже скоро не будут трястись по ухабам и стоять в пробках. Дмитрий Медведев проехался по трассам региона и не нашел других слов. Он назвал ситуацию аховой. 2012 года, конечно, она действовала как пробка. Здесь большая личность на социальное напряжение. Есть очереди все время. Да, были очереди, да. В регионе в ближайшие 4 года построят магистраль Таврида. Планы грандиозные – возвести транспортный переход через Керченский пролив, автопроход к новому мосту и автотрассу из Керчи в Симферополь и далее до Севастополя. На этот проект правительство выделит 100 миллиардов рублей. Премьер потребовал от чиновников проверить качество построенных дорог не из кабинетов, а из окна машины. Посмотреть, нет ли ямы, о нарушениях рассказать правоохранителям.